Здравствуйте, меня зовут Сергей Невструев. В лаборатории Касперского я занимаюсь решениями для защиты мобильных телефонов. И сегодня мы поговорим о том, какие же они бывают, мобильные зловреды, и что они умеют делать. Первый вирус для мобильных телефонов появился не так давно. Это было в июне 2004 года. С тех пор количество зловредов росло и сейчас достигает сотен. Для разных платформ вирусы разные. Большая часть из них были созданы для операционной системы Symbian второй редакции. На этой платформе выпускались телефоны Nokia предыдущих моделей. Все современные телефоны Nokia выпускаются на более современной платформе. Это Symbian третьей редакции. Она значительно лучше защищена, поэтому и зловредов для нее меньше. Эта большая часть создана для платформы Windows Mobile. На этой платформе выпускается множество наладонников. В качестве примера рассмотрим несколько зловредов для различных платформ. Кабир. Очень интересный экземпляр. Это концепт. Он был создан для того, чтобы проверить технологию распространения. А в качестве канала распространения он использует Bluetooth. Это он 14 июня 2004 года впервые был обнаружен. И опыт можно считать успешным, потому что сейчас Кабир распространен уже более чем в 30 странах. Нельзя сказать, что этот зловред абсолютно безвреден, потому что в процессе работы он использует Bluetooth, и в результате очень быстро сажаются батареи. Другой интересный экземпляр — это Comwar. Он тоже распространен в очень многих странах. Этот зловред намного более изворотливый. В качестве